Девчоночки, всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хотела бы собрать прокладки, но не на следующие месячные. Сегодня я хотела бы собрать прокладки не то чтобы в поездку. Просто, вот смотрите, предыстория. У меня есть бабушка, и я люблю у нее бывать в гостях. Иногда просто приезжаю на ночь, чтобы в другой день пойти в школу и все такое. И на каникулах просто обожаю туда ездить. И просто, знаете, в любой момент могут начаться месячные. И никто не защищен от этого. И я решила, что почему бы не собрать мне прокладок и там их оставить, чтобы в любой момент, в любой жизненной ситуации, когда я там, чтобы у меня с собой были прокладки. Просто, ну, как я считаю, это здравая мысль, здравая идея. И поэтому перед началом этого видео не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, также писать комментарии. Мне будет очень интересно почитать и обязательно напишите идеи для новых роликов. Ну и, конечно же, у меня есть телеграм-канал, ссылка на него, как всегда, в описании. И поэтому давайте уже начнем, не будем долго затягивать, поехали! Но перед началом хотела бы вам сказать, что прокладки я буду собирать вот в такую вот великолепную косметичку. Мне она очень сильно нравится. И я уже успела испачкать ее. Это карандаш для глаз. И это тоже карандаш для глаз. Он просто у меня открылся, крышечка сломалась, и все внутри косметички у меня тут поехало. В общем, я буду собирать прокладки вот в эту косметичку. Кстати, заказывала я ее на Вайлдберрисе. Если кому она понравилась, то я оставлю артикул в описании. Потому что почему бы нет? Может, кому-нибудь она действительно нравится. И кто-нибудь захочет такую же косметичку. Поэтому артикул я оставлю в описании. Ну что ж, косметичка уже здесь. Я уже здесь. И давайте-ка уже начнем собирать прокладки. Честно говоря, я не знаю, какие прокладки я бы взяла. То есть здесь просто разнообразие у меня. Если вы не смотрели уборку в хранении, то обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю, как всегда, в описании. И давайте-ка уже начнем собирать прокладки. Ночные. Обязательно надо взять ночные. Хотя бы одну штучку. Да, почему бы и нет. Наверняка я возьму... Ну, слушайте, я даже не знаю, что взять. Наверное, я возьму одну Котекс. Вот такой вот Cotex Natural, потому что они у меня заканчиваются, и я куплю еще одну пачку в скором времени. Вот так вот она выглядит внутри. Хочу взять одну штучку. И, блин, если вы увидите такие прокладки, то, блин, ну, очень много, блин. Ну, в общем, возьмите, потому что это просто крутые прокладки, самые классные, которые я только видела. Вот, как бы, да. Взяла одну штучку и пока буду только складывать рядом с косметичкой. Ночных я, наверное, возьму две штучки, почему бы и нет. Давайте еще возьму тогда одну натуреллу на 6 капель. Выглядят они вот таким образом. В один момент я просто влюбилась в ночные прокладки от натуреллы, но что-то сейчас... Ну, просто не хочется ими пользоваться. Есть много всего нового. Очень хочу уже попробовать прокладочки от Molped, прокладочки от Cotex, именно вот только обычный Night. Также Ауру, еще вот такие Always. Много всего, что мы должны попробовать. Поэтому я возьму одну штучку. И, конечно же, она идет... косметичку. Пятикапельных я, ну, точно не буду брать много. И возьму штучек, наверное, только две. Во-первых, хочу я взять... ну, слушайте, даже не знаю, что взять. Давайте возьмем одну мою любимую Always Ultra на 5 капель. Пусть это будет какая-нибудь... О! Давайте вот такую возьмем. Красивая какая упаковочка. О, вот ее и возьмем. Так, и давайте еще возьмем какую-нибудь с мягкой поверхностью, наверное. Можем взять Bellu Perfecta Ultra. Давайте возьмем именно ее. Беру одну штучку.
И выглядит она вот таким вот образом. Ну, то есть ее даже ночью можно одеть, потому что она достаточно большая. Это моя новинка, и ею я еще не пользовалась. Но в сбор, конечно же, ее возьму. Так. Четырехкапельная. Ну, я возьму одну. Давайте Bella Fatins Ultra Energy на 4 с плюсом капельки. Вот так вот она выглядит. Честно, мне она очень нравится из-за дизайна. Но сама прокладка, она какая-то странная, даже дубоватая. Ой, знаю, давайте что возьмем. Давайте-ка мы с вами возьмем по большей части те прокладки, которые я хочу, от которых я хочу поскорее избавиться. Я, кстати, уже перешла на эту сторону, была там, теперь тут. Вот, и как бы давайте-ка возьмем вот такие вот прокладочки, которые мы убрали в самый конец. Это прокладочки на 5 капель от... Я не знаю, от какой фирмы, просто она продавалась в Ашане. Вот так вот она выглядит. И, думаю, можно взять, наверное, одну штучку. Давайте возьмем две штучки. И, получается, я возьму эти две штучки, потому что хочу их поскорее доиспользовать. И получается, что четырехкапельных я брать вообще пока не буду тогда. То есть вообще теперь не буду брать. И возьму одну какую-нибудь, давайте, некачественную какую-нибудь, которую не жалко. Давайте возьмем одну Беллу без крылышек. Ну, я думаю, все, потому что как бы много прокладок-то мне и не надо брать. Вообще, думаю, этого хватит. Но хочу заметить, что у меня там уже есть, по-моему, две такие Беллы без крылышек, и поэтому для меня этого достаточно, больше я брать не буду. Но я хочу еще взять ежедневочки, и ежедневочки хочу взять не обычные, а Bella Fatins. Давайте возьмем Sensitive, такую вот мою новиночку. Bella Fatins Panty Sensitive. Берем одну штучку, и одной не хватит. Почему только одну? Я больше ежедневок брать не буду. У меня там уже есть ежедневки. Их немало, скажу я вам. И мне тех ежедневок просто достаточно. И возьму всего лишь одну такую Sensitive. Ну, хотя можно, конечно, взять мою новиночку. Давайте возьмем ежедневочки от Линьянь. Если не видели ее до этого видео, то обязательно посмотрите закупку. Ссылка, как всегда, в описании. Выглядит она внутри вот так. Вообще прикольно. Мне она понравилась. Еще не пользовалась ею. И почему бы ее не взять? Честно, мне немножко не верится, что здесь может быть 18 штук. Ну, она достаточно набитая, и думаю, что 18 штук здесь есть. Просто не знаю, есть немножко такие сомнения. И взяли одну штучку. Мне очень нравится их розовый ярлычок. Прям круто. Ну и что ж, девчоночки, думаю, на этом все. Особо много прокладок мне не надо, ежедневок тоже, и поэтому надеюсь, что вам понравилось это видео, и вам, надеюсь, нравится мое новое хранение, потому что оно выглядит прям круто. Большое вам спасибо, что досмотрели это видео до конца, увидимся в новых роликах, пока-пока!